Всем привет! Хочу представить вашему вниманию свою новую разработку – самодельный четырехкулачковый токарный патрон. О нем я уже писал в своей статье, там есть чертежи и подобное описание. Ссылка на статью в описании к видео. Думаю, многие уже видели мою статью в блоге о самодельном токарном патроне. Ну а сейчас будет дополнение к статье плюс демонстрация в работе. Значит, патрон сделан из стандартной планшайбы от STD-120 школьного токарника. На эту планшайбу установлены вот такие вот фрезерованные бруски из 18 квадрата. И для того, чтобы болты отодвинуть дальше от планшайбы, здесь еще есть подкладки из пластины четверки. Болты обычные мебельные, М10. С квадратным подголовником, и когда-то у них была круглая головка, но эту головку я переточил, и сделал из нее вот что. И на обратной стороне крестообразный паз для того, чтобы крутить отвертом или шуруповертом. Значит, заготовка бук, диаметр почти 40, 38, но заготовка овальная на 36. Длина заготовки 360 миллиметров. Ну а теперь уже можно поджимать ключом. Пока еще не переделана быстрый зажим, поэтому приходится зажимать ключами. На заготовке есть волны, но это понятно, такая длина, вибрирует сама заготовка. Патрон держит хорошо. Об этом говорит то, что хотя заготовка вибрирует, она возвращается на свое положение. Вот видно, что она отгибается. Но по вращению видно, что она возвращается на свое положение. Конечно, такими извращениями никто заниматься не будет. В данном случае вылет почти 9 диаметров. Такую длину обычно точат в центрах. Но 5-6 диаметров этот патрон держит прекрасно. Ну а по цене и по трудоемкости я его сделал где-то за полдня. Ну правда, у меня есть возможность и фрезеровать, и точить. Ну, если делать это при помощи там болгар и дрели, ну, я думаю, за день можно управиться. Единственное, что нужно будет балансировать. Но в данном случае я точу на небольших оборотах, тут порядка 1600, около того.
Поэтому даже и если есть небольшой дисбаланс, он совершенно не чувствуется. Если кому будет интересно, как можно сделать подобный аналог, не используя металлорежущее оборудование, и если этих вопросов будет много, то я, пожалуй, выпущу продолжение статьи. Есть у меня наработки, как это сделать, ну и практически не используя станки. Достаточно будет шлифовальной машины, болгарки и дрели. Ну, корпус патрона делается из фанеры, металлических деталей, только гайки, причем не фрезерованные, а обычные шестигранные, и болты. Конечно, в нем нельзя будет уже зажимать заготовку на 9 диаметров, но те же там 4-5 диаметров он будет держать. Ну, вот такое вот видео на сегодня. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Ну, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А, не забудьте еще на колокольчик нажать, чтобы новые видео вам приходили. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание.